И всем большой привет, ребятки, и сегодня мы поиграем в Doors. Всем здрасте, я сегодня с Дамиром, короче. Мы, кстати, только что играли в Breaking и помучились, и все-таки меня выкинуло, а Дамир сдох. Ну да. Ссылка в описании, если кто хочет с нами поиграть в Breaking. Ну да. Все, запрыгивай. Да. Let's go. Что, как думаешь, мы сегодня вообще ачивку получим какую-то? Ну, если пойдем в Rooms, то получим, потому что у меня уже все ачивки в оригинальной игре есть. Допустим, этот. Я ж прошел Doors. Ну, у меня в принципе тоже-то. У меня в оригинальной игре, да, тоже есть, короче, все. Че, мы будем идти в Rooms или что? А у меня нету всех ачивок с крестом. А, у меня есть. Почти, да, все вроде как. Ну, кстати, а это... Вот ты и купишь скелетонский ключ, и я крест. Бля, мы завтыкали жестко. Ты купил отмычки? Я тоже. И что нам делать? Переснимать. Нет, переснимать я не буду. Я на паузу поставлю. Поставь на паузу. И перезайди. Да, нет. Ну или я, короче, решим потом. Ну давайте, ребят, скоро вернемся. Ребят, все, мы вернулись, короче, мы приехали. Знаешь что? Посмотри, что у меня. А посмотри, что у меня есть. Фонарик копи на Rooms, потому что там он очень надо. Да, еще у меня батарейки надо. Вот, значит, эконом, все, я пошел. Окей. Ну, если что, у тебя жигаш есть, да? Да, у меня есть жигаш. Все, окей, окей, норм. Все, вторая. Короче, да, это было очень жестко. Мы перепроходили это все 3 часа. Да, мы шли до второй двери, чтоб вы понимали. 5 минут. О, май гад. Батарейка! Стой, я слышал звук. О, батарейка была. Все, сожрал батарейку. Я коплю на скелет ключ. У меня все причины. Так, в смысле, я ж копию. Я думал, ты на крест. Не, я лучше на скелетонский ключ, а ты на крест. Потому что стоп, я же... только сейчас подумал, нахрена нам как бы крест в Румсе, если он там на монстров не действует? Ну, значит, я себе куплю фонарики. Ну, короче, я просто, если что, монеты буду пылесосить, ты купи себе там ключ, а я куплю себе что-то другое. Не, давай ты купишь. Ключ, я себе на фонарик наступлю. Ты серьезно? У нас есть один фонарик. Ну ладно. Стоп, а сколько это видео вообще? А сколько это видео будет вообще идти, если нам, то есть, по сути, надо будет дойти до... Мы можем в Румсе и сдохнуть, ты чё? Ну вообще, в принципе, да. А ты где? Правда, я в Румсе умею доходить до... 500-й двери. А, стой, а ты куда без меня пошел? Я стою на месте и тебя вообще не вижу. Вообще, стой, меня, подожди, я просто... Да я жду, я просто тут хожу. Ой, боже, ключ опять. Паук! А, это... Да, не отмычки! 3 отмычки. Ну, тебе... Давай я потрачу 1 отмычку, а у тебя останется, чтобы я хотел... Окей, только 1 потрать, пожалуйста. Да, только 1, потому что я не хочу. Прикинь, сейчас 2 выпадет. Батарейка! Где? Где батарейка? А, все, все, у меня фонарик фуловый, спасибо. Ее запылесосил уже. Да, запылесосил. Ой, где свет? У меня не прогружается свет. Ищи, вот что, мне хватит 100 пудов на фонарик. Ну, а мне, я не знаю, на что хватит. Мне ничего не хватит. У меня 55 монет. Ты ключ копишь, алло. Я ни на что не коплю. Почему? Ты все монеты с подноса пылесосишь, ты крыса. Вот почему. Знаешь, что? Чё? Как бы
Батарейка. Так а мне не нужна, у меня фонарь фоновый. А ты там одну комнату пропустил, я ее, наверное, залутал. А я твою только залутал, то короче, окей, да. Если я твою залутал, лутай мою. Все, валим отсюда. Алло, еще две последние. Две последних комнаты еще. Куда валим? Дань, я ключи нашел. А у меня нету. Все, валим. Ну все, поперли. Матушка, а ты его залутал. Берем. О, ща, монетки. Бери. Да и так взял. Моргает. Ой, блин, моргает? А чур мой шкаф. Бронируешь шифонер. Тихо. Дань, проблема в том, то, что я тут... А, не, стой, нормально. Я думала, я звук забыл настроить после съемок. Так, ага. Ой, я у... А я у тебя монету с подноса. Нет, квест, смотрим квест. Нету. Блин, жалко. Это что, батарейка? А, нет, монета. Стой. Я жестко застрял. О, все. Ой, застрял, я блин. В жизни застрял. И куда нам тут идти? Витаминку. Я схавал. А, я ничего не знаю, все. Оно исчезло само куда-то. Вообще ни хрена не видно. Куда? Стой, я ничего. Короче, я фонарик юзаю. Куда тут? Псы! Еще псы! Господи, обосрался. Боже, везде пустотень. Эй, у кого псыкает? У меня ничего нету. Нет, тоже ничего. Открывай. Все, пошли, давай. Опа! Крест. Блин, нету. Нет, стой, может, над дверью? Не, нету. Я над дверями уже проверила. Да у меня был такой баг, то что он невидимый. У тебя что, такого бага не было? Не было. Трэш. А, ладно, сейчас твоя очередь. Отмычка, а что вы? Отмы... У меня... Я могу спокойно две отмычки тратить, потому что... Ты можешь их спокойно три тратить. Нет, стоп, если у тебя сейчас... У тебя сейчас сколько? Три отмычки? Три. Так, трать две, у меня еще одна есть. Моргает! Пока. Все, я выжил. Нифига, не видно, конечно, только... А, все видно. Я тоже живой. Да, о, витаминка опять. А я без витаминок. Так, значит, так, отмычка, да, я знаю. Фонарик мне хватает, а тебе на что хватает? Мне ни на что не хватает, у меня 215 монет. У меня 215 монет, на что мне может хватать? Скажи, мне ты все... Хватает. Ты все у меня с подноса пылесосишь. Мне ни на что не хватит, кроме фонаря, который у меня уже есть. А, сейчас, стой. Давай. Пошел. Ну давай. Все, валим. Валим на гелике. Все, теперь главное ни мне, ни тебе тут не сдохнуть. Ой, или я сдохну. Короче, я витамины убавил. А куда идти тут? Не подсвечивается ничего. Я в стене застрял! Даня, жру витаминку еще одну. Меня Сик сожрал. Реально? Да, я сдох. Так, вот, смотри. Так, ты что, по новой, что ли? Походу. А, я уже сдох. А вот, я за тобой. Короче, ребят, дойдем до Румса, тогда камеру врублю, давайте. Ребятки, меня возроди. Достижение Румса. Вау. Пошли фонарь покупать. Он же бесконечный!
Я, чтобы вы знали, дошел до Рута, а он сдохнул. Я... Они знают, у меня же запись была включена. И это такой жесткий эпик фейл, просто на Сике сдохнуть. Седьмая. Так, а я забыл, кстати, правила Румса. Ладно, я буду говорить, когда прятаться. Да нет, там я вроде помню что-то, свет моргает тоже. У меня есть еще звук на всю, так что когда... Как, так что отпускать... мама придет и отшлепает за такое, да? Не, мамы дома нету. А, понял. Только а, да, в принципе... 50 лететь и закрывай уши. Кстати, я научился реагировать на вот этого А-120, ну, типа, вот это, когда надо успевать стоять, вот это, типа, клик. Я тоже, такой, я и умел, в принципе. Ты что, не умел? Вот, когда, типа, он появляется, слышишь звук сразу, лоб, и останавливаешься. Да, я в курсе. Ну и чё, ну и где там этот раш недоделанный, переделанный? Так он на 60-й будет. Это А-60 или как его? А-60. Я хоть что-то не забыл. 25-й. Есть ещё А-120 и А-20. Понял. Монетки лутаем. Кстати, монеты сохранились хотя бы на этом, спасибо. 28. У меня еще осталось одна. У меня еще одна отмычка есть. Ой, стой, подожди, сейчас. Стой, я иду, подожди, пупсик. Все, пошли. Пойдем уже. Кстати, в этой игре за всю катку можно собрать 13 тысяч. Монет. Ни хрена себе, куда мне эти 13 тысяч-то влезут? И если их собрать, тебе дадут, короче, знаешь, сколько монеток? Нет. Ну, вот этих рубчик от двери. Нет. 13,5 тысяч. Трэш, чё так много-то? Либо же 600. Понял. Не, ну конечно, как думаете, ребятки, мы пройдем Ну я не знаю, я туда еще ни разу не доходил. Я тоже, я только до 500-й двери дошел и сдох. Ну я видел, кстати, Red Cat, он дошел, короче, он дошел. Да, дошел, так я тоже вот каждый раз захожу в рум и пытаюсь дойти. Да, Red Cat, короче, он все с первой попытки проходит. Брекин, Брекин 2, потом Doors Rooms. Потому что он за кадром тренируется полвека. Ну, вообще, он играет сначала в это, да, полвека. Дань, уже что-то темнеть начинает немного. Тем более, Red Cat начал запись с 90-й двери, а не... С какой-то там, да, вроде с такой чего-то, я уже не помню. Вроде да, с 90-й. Да, 90-й. Нет, это что, больше было? Не, 90-й. 700-е как будто. Не, 90-й. Не, 700-е. Я помню. Приготовься. Скоро лететь, я тоже помню. Скоро лететь будут. Я, если что, как услышу звук, сразу прячусь. А прикинь, она сейчас не полетит на 60-й. Да, может не полетит. Ну, кстати, да. 59-е. 60-е. А, тут шкафов нету. Тихо, стоим у шкафа. Нету, пойдем. Чисто. К шкафу. Тихо, стоим быстро. Есть! А! Летит? Тихо. Шкаф? Стой! Я открою! Летит
Да, слышу. Все? Оно один раз летает? Стой на месте, сейчас может глич появиться. Чисто. Мы вышли! Ура, Руви! Я когда слышу звук, я буду говорить. Окей. Иногда бывает фейковый звук. Понял. Первый раз летит Раша мы... Ой, боже, сейчас, стой. Монетки. Я забыл, что я хотел сказать потом, после Раши. Вспоминаем. А, короче, все, забыл. 73-е. Я пока не трачу фонарик, пока все видно. Не, слушай, ну мы же сдохнем, пока будем доходить до тысячной двери, ну то есть в Риле. Ребят, как вы думаете, сколько наш ролик будет длиться? Я не знаю, но если он идет уже 16 минут, а мы только на какой там? На 78-ю идем? Стой. К шкафу. Идем. Не, чисто, чисто, нормик. Да не, еще видно, ты чё? Выруби, выруби. Всё видно, что. Пока что да. 87-я. 88. Пока не летит. Сейчас полетит. Попой, чума. Я рублю, все, теперь надо. Да, пора. Пошли. Летит. Все, ты где? Жив? Да, я тут. Здорово. Ну летает оно что-то вообще очень мало. Уже 95-я дверь, оно только один раз пролетелось. Два раза. Ой, да, точно, у меня в голове уже отшибает. Вообще так быстро. 98-я. Сейчас на 100-й по-любасу будет что-то. Фонарик. И? Да не, норм вроде. Тыкаем фонарик. Ладно, все тихо, оно сейчас может полететь. Все, стой, тихо. Ну, сейчас все нормально, сейчас ничего не летит, да? Я скажу, когда будет лететь. А я тоже не тупой. Ладно, вырублю фонарик, ты теперь твоя очередь. Тыкать. Шкаф, шкаф, шкаф! Тут нет. Так оно не летит даже. А вот сейчас стой! Тихо. Стой на месте. Стой. Стой, я тут. Алло, меня забыли. Куда идти? Я ничего не вижу. Алло, Даня, я и назад иду или я к тебе иду? Я не знаю. Помогите. Ты назад пошел. Тихо, тихо. Стой. Я сдох. А что это было? Это был глич. Я обосрался. Ладно, давай ты еще чуть-чуть последишь. Ребятам покажем хотя бы, что дальше. Так как следить? Просто вот следи за мной.
А, вот, все, норм сработал. Блин, тут только ни хрена не видно. Ну, короче, ребятки, что у него там происходит. Короче, будем на этом заканчивать. Не забывайте про лайки, про подписку. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.